Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы словили шайни покемона, сделали себе немножко частей для покеболов. И, в принципе, ребята, сейчас мы сделаем все части для покеболов и пойдем сделаем себе, конечно же, все ультраболы, как бы сделаем себе один стак ультраболов, ну, покеболов. И, ребята, пойдем мы в лес, пойдем мы в горы, пойдем мы во все биомы, я так думаю, и будем ловить всех покемонов, да. Ну, сейчас сделаем мы вот эти все части. И пойдем, да. Еще немножко осталось, там у нас уже, в принципе, все сделалось. Сейчас. Сколько нам там кнопок нужно будет? У меня есть уже, ну, нормально, так. Ай, так. Сейчас уже сделаем, сейчас себе уже, давай. Давай, давай, сколько там еще? Ну, почти уже, почти, ребята. Или там еще где-то одна штучка должна быть. Вот, отлично. Все, ребята. Сейчас мы делаем себе кнопки. Сколько там нужно? Вот так. И сейчас, ребята, идем мы пока что все пораскладываем вот это в сундуки. Или может идем поспим? Да, давайте идем поспим. Фиг его знает. Ладно, все, короче, идем и спать. Идем и поскладываем все это в сундуки. Вот так. Так, тут у нас что-то вот так. Давай, 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 вот так. Тут у нас вот. Ух, там еще один. Так, тут тут что-то. Вот так. И идем мы, ребята, сейчас. Идем мы делать себе ультраболы. Да. Ух, сколько там. Сейчас, вот так, вот так. Ребята, один стак ультраболов. Офигенно, ребята. Действительно, очень много ультраболов. И сейчас мы, в принципе, будем. Ух, 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 такого у меня тоже еще нету. И, в принципе, ребята, сейчас мы будем прокачивать наших покемонов. Сейчас мы пойдем поставим в компьютер Генгара, может, даже Агрона. А, нет, есть уже. И поставим мы этих всех компьютеры, возьмем других покемонов и пойдем прокачивать, да. Ух, да ч вам. Так, ставим их в компьютер. Ух, уже два стака почти что. Берем шай. Нет, так берем вот тебя, видел. И берем вот. О, маткип у нас есть точно. И берем вот тебя, зубат, шайни, зубат, которого мы словили в предыдущей серии. Офигенно. Так.
так. И давайте пойдем возьмем себе вот так. И так. На мьюту, чтобы нам одеть на мьюту. Вот можем или. Ладно. Фиг его знает, короче, пока что не будем ничего ему одевать. Пойдем, ребята, прокачивать покемонов. Так. Все, идем и да хоть куда. О, как раз нам покемон босс. Так. Идем мы вот к нему. И будем прокачивать наших покемонов. И, в принципе, ловить новых покемонов, так как будем их ловить, да. Ух, ни хрена себе. Это какая вообще? Да ну нахрена. И чё, его нету нигде? Да он где-то вот тут должен быть, нет? Ладно, короче. Нифига себе. О, там еще один. Так что... Вот, отлично, вот он. Сейчас... О, отлично. Сейчас мы его... Давай. Во, видел, уже эволюционирует. Отлично. Там Пичу я видел. Давай. Так, вот, отлично. Сколько вас там? Только вы все в земле или нет? Так, сейчас, давай тебя. Сразу же следующая эволюция, ни хрена себе. Ну давай уже. Давай. Так, отлично. И тут у нас в земле. Ладно, давайте. Ну, в принципе, уже прокачался покемон. 12 уровень и сразу же эволюция. Так, он тут. Нет, не тут. Вот он, отлично. Так. Так, отлично, ребята. Уже одного покемона прокачали. И сейчас давайте все-таки сначала пойдем мы вот сюда. Так. Ох, там у нас покемон босс. Сейчас мы идем еще вот сюда. Вот он, отлично. Давай иди вот сюда. Ух, нифига себе. Ух, так. Сюда. И что ж, давайте сейчас мы посмотрим, кто тут у нас есть. Какие-то, может, другие новые покемоны, которых у нас еще, в принципе, нету. Посмотрим. Давайте вот сюда мы пойдем. Так. Так, ну тут пока что я никого не вижу, если честно. Ладно, давайте вот сюда куда-то. Так, ну тут тоже никого. Сюда, может.
сюда, сюда. Так. Тоже пока что никого не вижу. Давайте в пустыню. Так, тут у нас может да кто-то да и будет. Чё-то я вообще никого не вижу. Вот, тебя можно, иди ты сюда. Тебя можно, какой-то там уровень. Ты ж не словился. И тот другой тоже не словился. Вот, тебя мы словили, отлично. Отлично. Так, ребята. Сейчас тут кто-то, может, дай будет. Так, что-то нет. Давайте пойдем мы, пойдем мы, пойдем мы, пойдем мы, пойдем мы. Вот сюда, например. Ух, нет, нет, нет. Вот сюда. Фу. Так. Там, может, да кто-то да и будет. Да капут. Ух ты ж. А! Охренеть. Так. Сейчас, ребята, давайте, может, сюда куда-то. Кто-то. Чё-то я вообще никого не вижу, вот райквазы летают. Тут кто-то. Вот тебя я пока что не знаю, ловить или нет. Думаю, пока что нет. Чё-то вообще никого нету. Ну, тут у нас кто-то будет или нет? Ах. Так. Кто тут? Ну, что-то реально вообще никого нету. Давайте тебя словим. Попытаемся. Уже двоих словили, уже, в принципе, отлично, да. Уже есть кого-то, кого качать. Ладно. Да ты вообще что-то или чё? Давай уже, ловись. Ладно, потом как-то, может, и словим тебе. Так, тут, тут-то есть, попробуем словить, вот тебя попробуем словить, еще кого попробуем словить. Больше, походу, никого. Во, словили мы еще одного. И тебя мы тоже попытаемся словить. Да, ты ж... Ну...
Отлично, ребят. 4 новых покемона. 4. Ну, в принципе, уже отлично, я так думаю. Так, тут еще может кто-то и будет. Ладно, пускай, пока что не будем мы его ловить. Тут идем и домой, ребята, все-таки уже, наверное. И, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим. Сделали мы себе кучу ультраболов, словили мы 4 новых покемона, ребята. И, в принципе, давайте на этом закончим этот эпизод. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.